Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения в Курманаевском районе День пожилого человека решили отметить необычно. Они организовали турнир по волейболу между специалистами учреждения и получателями услуг. Очень все откликнулись, нашли мы тут же группу. Регулярно 3 раза в неделю посещаем данный мы зал, тренируемся. Все очень хотят заниматься, не только ограничить этим, как сказать, соревнованием, но и продолжить дальше. Я думаю, мы это продолжим и будем потом, может быть, соревноваться между центрами, как сотрудники, и привлекать другое население в планах. Потому что спорт – это круто, это модно, это хорошо и для здоровья. Сейчас идут активные тренировки. Несколько дней в неделю обе команды проводят в зале. Как отметили специалисты, совмещать работу и спорт получается. К тому же подготовка к турниру проходит вечером, что не мешает выполнению основных дел в центре. Волейболистки золотого возраста тоже в восторге. Многие из них дружат со спортом всю жизнь и теперь вспоминают свои навыки. Да, с удовольствием, потому что спорт все равно продлевает и жизнь, и молодость, и здоровье дает. И вот девушки у нас то же самое, всю жизнь занимаются спортом, поэтому мы очень рады были откликнуться на предложение. В прошлом году Ольга Фатеева входила в состав сборной команды Курманаевского района и принимала участие в областных соревнованиях «Спортивное долголетие». Программа была очень насыщенной. Встреча в зале СКК «Оренбуржье» очень понравилась. Турнир по волейболу в родном райцентре – еще один шаг, который поможет быть в хорошей форме и достичь новых побед на региональных состязаниях.